Всем привет! Вы на канале Трио, плейлист кулинария. Сегодня приготовлю булгур с куриной грудкой. Нам понадобится куриная грудка, лук, чеснок, перец горький, сладкий и стакан вот булгура. Буду делать так. Значит, сначала порежу филешку и обжарю ее на сковороде на растительном масле. Говорят, что булгур полезен. Его можно кушать при диабете. А так как у меня повышенный сахар, и рис мне нельзя, но я его, правда, ем. Поэтому я попробую рис заменить булгуром и сделаю вот такое блюдо. Посмотрим, как это будет. Так, ну вот такими кусочками я порежу грудку. Ну, как-то так. Сейчас буду обжаривать. Так, включаем печку на полную мощность. Сейчас маленько раскалится и будем туда и будем обжаривать. Так, ну вот жарится. Сейчас посолю. Перчу. Вот, много. Карри. Так, карри. Обожаю карри с курицей. Пока у меня курочка обжаривается, я порежу перчик. Добавлю полуострого перчика, чтобы не пресно было совсем. Готово.
добавляю сюда овощи. Маленько обжарю. Огонь большой. Добавлю сюда чесночка. О, какой запах! Обалденный! Так. Теперь водичку. Пробуем на соль. Не соленая, поэтому я добавлю соли. Теперь достаточно. И добавляю сюда стакан булгура. Крышкой не закрываем. Ждем, пока выкипит вода. Ну вот, вода практически выкипела. Теперь закрою крышкой. Сделаю огонь поменьше, на самый минимум. Ну и пусть еще минут 5 под крышкой попарится. Отключаем. И даем настояться под крышкой еще минут 15. И будем пробовать. Вот такой булгур у нас получился. Сейчас мы его перемешаем. Все, можно пробовать. Всем пока, приятного аппетита!